И всем привет, друзья, с вами Щербет. И да, это Flatout 1. Я буду снимать, значит, по нему Let's Play. Но это точно будет не обзор какой-то, это, скорее всего, да, будет Let's Play. Не знаю, смогу ли я его пройти полностью, конечно же. Не уверен, что это будет прохождение, но ладно, назовем это конкретно Let's Play. Значит, выбираем выбрать профиль, кликаем. Далее... наверное, настроим так. Да, ладно. Один игрок. Значит, продолжить. Значит, я уже приобрел машину. Ничего не прокачивал. У меня, значит, все стандартное стоит. Вот, значит, я прошел две гонки вот эти вот. Вот эту трассу. И эту. Значит, тут управление по интерфейсу производится, значит, только на клавиатуре, то есть без мышки. Что же, давайте попробуем пройти первую гонку, что ли. Я честно ничего не улучшал, что машина полностью стандартная, заводская. Нитро, я там на управлении ничего не перенастраивал, значит, нитро — это левый control. А, я настроил ручник, это ручник, это пробел у меня. Используем нитро. Выбрал я конкретно эту игрушку, то есть Flatout 1. Я, конечно, понимаю, что есть Flatout 2 и даже 3, но все же эта игра старенькая. А у меня, наверное, тематика такая у канала будет, то, что проходить, не знаю, вот, играть в старенькие игрушки. В общем-то, мне это нравится, и надеюсь, вам тоже приятно смотреть. Ну, в общем, вот так. Думаю, меня хорошо слышно, конечно же. Но я звуки в этой игре пока еще не убавлял, очень зря. Ну, так. Думаю, это будет вступительное видео. То, что вот я начал снимать Flatout 1. И поэтому пока что я, наверное, пройду только одну гонку. Так, второй круг мы едем. Значит, первая гонка, она, да, легкая, согласен. Но вот далее я, значит, прошел следующую гонку, она там правда такая трудненькая, пришлось мне попотеть. Ну, я, конечно, просто вспомнил, что как там. Давайте взлетим. Так. Играю я, значит, на уровне сложности, вроде я выбрал любительский. Или как? Вроде да. Они там еще далеко. Сейчас мы поедем в последний круг. Мы первые, значит, едем, да? Можно посбивать все. Flatout дается бонус за сбивание всяких бочек, не знаю, вот этих вот. Можно спить вот так вот все. Отлично. Не забываем использовать нитро ускорения. Собьем, значит, все конусы. Это же Flatout как-никак, да? К тому же за сбивание, то есть за сбитие дают нитро. Можно вот это снести. Значит, еще раз полетаем. Бочки, бочки, бочки. Вау. Вау. Тихо, тихо, тихо. Нас могут догнать. Но нам этого не надо. Конечно же, не надо. Так, ну сейчас, думаю, можно прокачаться будет. Посмотрим, что там можно улучшить. Отлично.
прошли. Ну вот и все. Первая гонка пройдена. На отлично. Продолжить. Так, повтор, наверное, не будем смотреть. Так, вот нам дали денежный приз 1000. Вот здесь можно результаты посмотреть, что мы сбили, какой приз мы получили за это. Так, значит, у меня 4000 почти с половиной. Нажмем тюнинг. Данную группу спишите. Так, думаю. О, подвеска нам нужна. Да, приобретем, значит, подвеску. Да. Куплено? Да, установлено. Опа. А, вон они как открываются. Так, сюда. Давайте сразу подвеску полностью. Отлично. Все, да? Отлично. То, что надо. Теперь, значит, колеса, конечно же. Еще раз колеса. Движок. Стоп. Ясно. Улучшаем. Покупаем. Выхлопную трубу. Купить. 400. Так. Трансмиссия. Да, конечно, трансмиссия. Сейчас снижать потерь мощности. Ну что же, в общем-то и все. А, мы можем еще на 200-то. О, отлично. Ну вот. Вот мы прокачались немного. Я, конечно, надеюсь, что вам это вступительное видео понравилось. И надеюсь, что вы будете смотреть в дальнейшем мой летсплей по игрушке Flatout. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь. А с вами был Чербет. Всем удачи, всем пока.